Всем привет, ребятки, с вами Флэш, продолжаем играть в Нискрейтед. Сейчас я срочно бегу, чтобы пополнить свои запасы воды, плюс параллельно хочу вам показать живность, которую я встречаю. Во, увидел олененка, ну, или кто это, непонятно. С такого расстояния он даже рога не прорисовывается, скорее всего, это из-за дальности. Потому что не помню, были ли они раньше или нет. Так, река вроде находится где-то в той области. У меня 5%... Скоро начнется обезвоживание, 5% по воде. Не знаю, что будет происходить, поэтому, если что, буду вам показывать, что будет происходить с персонажем. По воде вообще какая-то засада. Так, вижу реку, 3%. Вон там вот у нас находится мост. И вон вроде как река. Ё-моё, это что было такое? Нет, только не волки! Только не волки, надо их отпугивать. Надо их отпугать. Потому что они выстрелов боятся. Два выстрела, прошу. Только не волки, ребят, не до вас сейчас. Мне сейчас не до вас. Идите вы в баню, мне сейчас не до вас. Надо их отпугивать. Минус один. Засранцы, блин, мне сейчас не до волков этих вонючих. Как они на меня так напали, блин? Срочно к воде. 1%. Сейчас еще и волки меня тут. О, тут чья-то база еще. Надеюсь, тут человека сейчас нет, потому что выстрелы, блин. Я спалил выстрелами. В воду они, по идее, не должны заходить. Мне главное добраться до воды. А что будет, когда 0%? Все, сейчас засыпать начну. Или хпшку убывать начнут. Блин, вот это я нашумел. Пришлось их отпугивать, потому что они боятся выстрелов. У меня у топора вообще там прочности практически нет. Ладно, чувак, надеюсь, тебя нет сейчас дома. Вот это зданица. Вот как надо строить. Все в металле, блин. Все, пьем через обязательно через эту. Сначала наполняем. Потом пьем. Фух. Даже не буду испытывать, что там будет происходить. Потому что если пить сразу с воды, то я буду радиацию набирать. Все. И наполняем ее. Надо фляжку военную искать. Она больше пополняет и меньше весит. Все. Слава тебе, Господи. Блин. Пришлось 4 патрона аж потратить. Это так ценный такой ресурс. Одного волка мы выстегнули, но... Совсем тяжко. Вот такое вот здание. Кстати, можно осмотреть его сейчас. Надеюсь, тут никаких ловушек нету. Окошки для стрельбы сделаны. Прочность. Где у него заход? А, не, колючка какая-то есть, которая мешает подъезжать в упор, чтобы перепрыгнуть. Достаточно высокое здание. Видите, крыши я тоже не наблюдаю. Как-то непопулярно. Вот тут находится у него ворота. Кнок. Ой. Не надо. Да, просто постучать можно. Это ворота, я так понимаю, огромные, под машину. Там ничего не видно, что у него там есть. Ну, вот такое вот нехитрое зданице. У человечка стол стоит. Да. Блин, ну волчара, а. Ого, зомбарь. Подумал, человек идет. Так, вон там какое-то здание, ой, точнее городишко, мне все-таки надо подлутаться, потому что у меня последний запас по еде, давайте его сразу и употребим. Дало у нас получается 60%, там пачка, она серьезная была по калориям. Поэтому, наверное, побегу в тот город, который я вижу. Я разгрузился, в доме все оставил, только хил, уже на грани топор нужно менять, находить, потому что очень много сил и средств потратил на постройку той маленькой халупы, ну вы сами видели. Поэтому нужно сейчас пополнять все запасы. По весу у меня все свободненько, хорошо. Нужно искать продовольствие и нужно искать оружие ближнего боя, потому что у меня 6 патрон всего, и я просто банально обороняться не смогу, если вдруг на меня нападут зомбачки. И найти обязательно нужно синие грибы, потому что мне этот эффект радиации уже немножко поднадоел, если честно. Так, по мосту не побегу, буду переплывать. Кстати, есть подозрение, что все-таки вес, который здесь переносишь, влияет на плавучесть, потому что я сейчас даже не нажимаю пробел, мой персонаж держится на плаву, то, что я и хотел. А раньше, когда я вот так высовывался, он постоянно начинал тонуть. То есть есть подозрение, причем течение даже у реки есть, офигеть, в растении течение. Меня сносит постепенно, видите?
Поэтому чем больше у вас веса, тем меньше у вас плавучесть, вас просто постоянно тянет на дно. Надо это иметь тоже в виду. Так, время у нас без 15:04, то есть скоро уже начнет потихонечку темнеть. Солнце еще, в принципе, более-менее нормально. Радиационный фон в порядке. Так, что это у нас за город? Температура 23 градуса. Это Welcome to Woodhaven. Ага, Woodhaven. Городок приличный по размеру, реально большой, поэтому, думаю, тут мне не составит труда найти какое-никакое продовольствие, а может быть что-то и поинтереснее. Да, я, конечно, странный. Прям на самой фляжке написано 40% drink, то есть она утоляет 40% моей жажды. 700 мл. Да я там высчитывал. Нашел какой-то джин мини-боттл, можно выпить, даст 2,9% по воде и 25% торпидити эффект. Я перевел это как типа эффект вялости, усталости, апатичности. Я так понимаю, ты становишься пьяным на 25% и хочешь, у тебя все типа кружится в голове, поэтому пить, мне кажется, нет смысла. Можно использовать где-то при крафте. Не знаю, нет, есть ли смысл оставлять. Думаю, пока что нет. Опять ко мне подбегает зомбарь. Вот как они меня видят? Сказали бить в голову. Типа сразу тебя выстегивают. Вы представьте, если бы у меня сейчас бы не было этого топора. Он уже на грани, блин. 4%. Я стоял просто вот так в доме, ничего не делал. Он просто с улицы прибежал. Ну как такое может быть? Так, ребят, я еще к добавок ко всему и отравился. Мне многие говорили то, что писали, что вот эти коробки искать не стоит, потому что максимум, что ты найдешь, это гнилое яблоко. Я нашел гнилое яблоко и нажал его выкинуть, но он почему-то его съел. Теперь у меня появился значок отравления. У меня усталость 70%, ну выносливость 70%. Зетка, ну, радиация не прибавилась. Но я специально не выкинул гриб, который нашел, который как раз и помогает вроде как при отравлении. Поэтому мы сейчас попробуем это сделать. Съесть его. О, и отравление ушло. Блин, я еще специально... О, открыто достижение. You got the remedy. Я еще специально его не выкинул. Думаю, блин, по-любому пригодится. Хотел его съесть, но помогает. Как так оно съелось, это яблоко, вообще непонятно. Нашел биту, хоть какой-то, блин, противовес, потому что тут осталось 4%. Она по урону, конечно, проигрывает 30, 19, на 19 меньше, вообще по всем показателям. И у этого 49, но хоть что-то, блин. Нашел штанишки. По слотам, в принципе, такие же, как и у меня, но плюс то, что мои весят 1,2 килограмма, я за вес очень сильно слежу, а эти весят 1. Плюс у них раскрас другой. То есть, в принципе, наверное, есть смысл поменять. Опс, да. Смотрится поинтереснее. Вообще как-то заправлены в ботинки эти сверху. И, ну, самое главное, вес. 200 грамм. В принципе, почему бы нет. Так, ребят, проверяем биту. За мной гонится опять чудобречек. Бьем. Бьем, стараемся по голове. Они еще летают, как черти. Блин, вот они приставучие вообще. Камни эти вечно. Так, ребят, короче, я принял решение в этой серии посетить бункер. В принципе... Первоначальное продовольствие я заимел, мне его более чем достаточно. Тем более сейчас начинает темнеть, уже находиться в городе небезопасно, потому что по ощущениям ночью реально больше зомбаков появляется. И ходить там битой бить их каждый раз, ну такое себе. Это пистолет лежит? Офигеть, просто тупо пистолет лежит в машине. Лутал-лутал город, ничего не нашел. Пробежал, просто в грузовике лежит пекаш. Вообще нормально. Ноут. О, нашел. А, это нафиг не нужно. Так, это другой пистолет, кстати. Да, 9-миллиметровый. В нем 8 у нас патрон, поэтому, мне кажется, его получше брать все-таки. Понадежнее аппаратик. Это, кстати, как у терроров в Counter-Strike. У терров стоковый пистолет. Кажись. Так, я решил, ну, сказал, не сказал, в бункер, короче, сбегать, потому что сейчас темнеет, а в бункере там все равно темно, там все равно с фонариком. Вот, поэтому, мне кажется, как раз будет интересно посмотреть, что находится. По карте я примерно понимаю, где он находится. Сейчас самое главное его найти и туда заглянуть. В бункере, потому что есть шанс найти что-то интересненькое. Я все-таки надеюсь, блин, там эти... Воет вечно. Надеюсь, антирад таблетки, потому что этот эффект мне уже поднадоел. Еще чей-то домик обнаружил. Человек даже внутри поставил этот шатер развертываемый. Сидит, наверное, там отдыхает. Видите, у крыши ни у кого что-то не наблюдаю.
Может, их тут вообще не ставят? Потому что все равно залезть никак не получится. Так, судя по карте, вот отвилочка с этой дороги. И надо прям... Оп, вот так вот намечаешься и вон туда бежишь. И по идее я упрусь прям в бункер. Там надо будет его по лесу поискать. Действительно сложно в лесу их искать. А тут я уперся в какой-то чей-то огромный дом опять. Вот любят построиться тут. Загромодить проход. Так, тут надо будет немножко повнимательнее бежать, потому что опять же волки, медведи, тут непонятно кто бродит. Так, ребят, нашел, пока тут, блин, лес такой огромный, нашел все-таки оленяшку. Тут можно приблизить, да, тут у него появились рожки. Что-то кушает, ходит. Ну, олень вроде нам особо не опасен, он наоборот будет от нас убегать. Поэтому можно его не бояться. Если тут олень имеется, значит, вроде тут нету хищников, раз он свободно так ходит. Ребят, еле нашел, капец, блин, такие чищобы, наконец-то. Бункеревич. Так, что там светится такое? Естественно, там кромешная тьма. Так, давайте для скриншотика сделаю. Сверху какая-то живность. Птички. Вот вам и Бункеревич, блин. Капец. О, я сам себя... Подожди, или кто там? Видите, какой-то силуэт стоит? Что? Там кто-то стоял? Или это моя тень так отображается? Не видно. Блин, как... Во! Кто это? Это тело. Это тело Бункеревича. Значит, он не залутанный. Есть все шансы хорошие. Так, все, для скриншотика сделал. Капец, тело. Ух, там такая темень. Ладно, все, ребятки, поехали. С Богом, как говорится. Это просто какое-то тельце. Зомбачковское. Давайте его, наверное, выманим и по башке дадим. Не хочу в темноте там воевать. Ну, иди сюда. Это опять шипованный, который у него вместо правой руки. Шип. Ну, давай. Можешь ты выбегать? Вот так хотел. А вот так хотел. А вот так еще. И вот так. Ох, он готов. О, есть. Сам подставился. Он только еще присел. Я думал, он к прыжку готовился. Так, на всякий случай привяжемся. Так, все, теперь можно идти спокойно в бункер. Надеюсь, тут будет очень много хорошего лута. Ну или немного, хотя бы антирад таблетки. Что такое капает тут? Так, значок радиации. Блин, меня это уже настораживает. И это, кажется, синий гриб. Слава тебе яйцам. Синий гриб. 99 reduction, reduces radiation. Вот это хорошо. Минус 0,3 радиации в секунду уменьшает. Так, а какой-то здесь фон мне интересует. Вот, почему-то вот смотрите, в закрытых тут и температура 10 градусов. Сейчас мы выбежим. И температура 10 градусов, и фон меньше намного, чем просто. Ну-ка, выходим наружу. Оп, фон сразу троечка и температура 23. То есть там и... Блин, как же круто то, что здесь все зависит вообще. Причем тут даже в переходе немножко она начинает меняться. Вот фон троечка. Фон 0,2. Не, резко меняется вот тут вот, на входе прям. Тут наоборот фон меньше получается. Да, тут фон хороший, температура низенькая. Но самое главное, гриб нашли. Я почему его сейчас сразу не ем, потому что я если вдруг сейчас копану еще радиации, он-то снимает полностью ее... Чтобы я уже разом ее снял. Надо все внимательно. Так, тут еще зомбарь какой-то. Самое главное, чтобы не прокачанный босс. Маджестик, кажется, написал, что их называют синтол. Которые вот эти боссы огромные, накачанные. Да, я, кстати, видел, ребят, что я много пропускаю. Ну, потому что еще глаз не наметан. Так, ну аккумулятор мне точно не нужен. Красный гриб это от отравления. Так, эти двери, кажется, не открываются, да. Что это вообще такое? Nuclear fallout. You can protect yourself from. Угу. Первый месяц бесплатно. First month free. Неплохо. Такая чистая вывеска зазывалого.
Вообще, если без света, вообще тут я не понимаю, что делать. Так, аккумулятор нам точно не нужен. Два красненьких гриба, они отравление меня спасли, поэтому мы их возьмем. В темноте вообще я не представляю, как с ним биться, потому что его не видно ни хрена. А он-то меня видит. О, это тот, который вообще без одежды, он еще мощнее. Но он стоит за... Там где-то за трубами, поэтому мы сначала в правую комнату, думаю, сходим. Самое главное тут, чтобы никаких игроков не было, которые просто сидят и ждут вот так вот на удачу, что кто-то зайдет. Так, вот она, оружейная комната, самое главное. И тут сейчас надо внимательно все осматривать на предмет интересного лута. Но что-то есть все подозрения, что ни хрена я тут не найду. Да. Все пусто. Вообще все пусто. Вот тут, по идее, должно что-то лежать. Оружка какая-то или еще что-то. Сверху тоже ничего нет. Блин, а. О, черную краску нашел. Она весит немерено, но 1 килограмм. Это можно рисовать ей, ну, окрашивать. Но, естественно, она мне не нужна. Ой, вот он, наконец-то, топорик. Тут у меня вообще уже на грани. Во, вот это другое дело. Ладно, биту пока временно оставлю, если вдруг что-то интереснее не найду. Так, ребят, короче, монстр этот, зомбарь справа находится. Вот здесь, в этой комнате. Я не знаю, что делать. Смотрите, вот когда я беру топор, вот что происходит. Я не вижу ничегошеньки. Вот как его тут бить? Так, надо, наверное, подзаправиться перед битвой. Малеха. Просто там тоже комната серьезная. Там тоже вон какие-то склады, вон рюкзак лежит. Вот мне вот такой бы резвичок простенький. Может его как-то выманить? А может он на меня не среагирует? Он куда-то идет. Но вот этот мозг, который без одежды, они достаточно мощные. Так, а может отсюда будет видно, что здесь ничего нет? Мне вообще не стоит тут лутать. Давайте попробуем аккуратненько. Давайте попробуем аккуратненько, блин, очень стрёмно. Вот в шкафчиках не видно, да и бинокль не включишь, потому что фонарик погаснет. Фонарик еще тоже моргает. В рюкзаке может что-то быть. О! А, это гвозди, блин, мне гвозди нафиг пока не нужны. Так, вот в шкафчиках не видно ничего. Он тут повернут. Что-то сверху есть или нет? Так, давайте я попробуем осмотреть рюкзак. Поближе подойти. Ага. А, он забаговался. Можно его сейчас попробовать. Ой, ты мой хороший, ты забаговался. Блин, не вижу тебя. Куда тебя бить-то? Так, ну он вперед бежит, вроде выбежать не может, да? Да, значит мы будем его на удачу бить. Блин, какой же ты стрёмный, а? Давай вот так с такого расстояния. О, попал. Попал. Фух. Ну зомбарище, о. Сразу напиточек. Так, рюкзачок. Жалко, я его взять не могу, потому что нельзя два взять. Я хотел бы рюкзак в рюкзак положить, но это, конечно, так нельзя делать. Так, ну все, теперь можно спокойно все осмотреть. Хорошо, что он забаговался. Так, эти все пустые. Пустой. Да не все пустые, блин. Но все равно то, что я хотел, я нашел. Так, тут что-то лежит. А, это свет, который светится в ночи. Тут все пусто, и тут тоже все пусто. Да. То, что я хотел, в принципе, я нашел, это уже радует. Так, тут сверху, наверное, ничего не лежит. Так, все, ребят, бежим на выход. Сейчас самое стрёмное, это встретить какого-то игрока, который будет бежать на тебя также. Потому что вот этот туннель, он такой какой-то очень неприятный. Блин, какие-то летучие мыши. Так, все, слава тебе, Господи, выбежали. Так, давайте вот сюда встанем, немножко отойдем. И наконец-то мы взглянем на наш мир
Радиация, уходи. Радиация, уходи. Пошло минус. Наконец-то мы взглянем нормально, без вот этого искажения. Вот сюда вот обратите внимание особенно, как рябит вот эта вот елка. Сейчас весь этот эффект... Еще экран поддергивается, само изображение, оно поддергивается. Сейчас это будет все постепенно уходить. Вот это рябение, все непонятные краски какие-то. Все неправильно как-то отображается. Фух. Ну и заодно полюбуемся закатом. Так, 25% уже ушло, хорошо. Почти, почти рябь полностью ушла. Еще вдалеке. Во! Вот сейчас был момент, когда вообще полностью прекратился. Я прям его поймал идеально. Где-то на 10%. То есть свыше 10 начинается рябь. До 10 у тебя получается идеальное зрение. И хпшки, смотрите, 98. То есть чем меньше у меня радиация, тем больше максимальный запас здоровья. Потому что я все время на 90 хп бегал. Да, получается, до 10 можно, в принципе, хапать радиацию, ничего страшного. Искажения не будет. Все, что свыше 10, кажется, на 9% прям полностью рябь пошла. Фух, наконец-то. Зентират has worn off. Все выключено, меня полностью восстановили. Слава тебе, Господи. Калории пополним. Ну, практически идеально все, практически идеально. Ну-ка, можно добиться, чтобы я вообще все убрал? Во! Кстати, вот этот чёсный щёк значит, ребят, скажите, вот когда просто человечек, потому что он иногда пропадает, и я не знаю, с чем связано, вот этот человечек. Вот это идеальное состояние, когда мне ничего не тревожит, ни голод, ни жажда, закат. Солнце видно? Не, не видно, размывает. Ну, все равно, через несколько секунд, естественно, опять начинает немножко бить голод и жажда. Но я хоть избавился от этой радиации. Так, ну все. Координаты бункера, в принципе, могу показать. 23 градуса, время уже без 15.6. Так, меняю режим. 48, ну 36, это если... Тут два типа карты, 116 метров над морем. Фон стандартный, 3 микрозиверта в час. Тут есть просто два типа карты. Один вот такой, как бы графический, а другой прям размечен по координатам. И вот у кого есть, он такой черно-белый. У кого есть второй тип карты, может, в принципе, даже по координатам спокойно искать. Мне кажется, это очень хорошо. Так, ну все, ребятки, вот на таком прекрасном закате будем заканчивать эту серию. Что будет делать в следующем, пока точно не знаю. Нужно продолжать держать путь, потому что есть здесь еще один бункерочек рядом, заброшенный самолет и пещера. Они прям все три места очень близко находятся. Поэтому, думаю, в следующей серии пойдем именно туда. Все, ребятки, с вами был Флэш. Как всегда, увидимся в следующем видео.